Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Detol. Мы играем в Fortnite сражение с бурей. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Всем привет, дорогие друзья! Наше приключение продолжается, и сегодня мы будем защищать циклоп. Поехали в бой! Вот у нас циклопчик очень высоко, и это, кстати говоря, определенно неплохо, потому что зомби все будут снизу, мы будем с ними файтиться. А и, конечно же, хайграунд — это выгодная позиция. Давай, активируем и погнали уже! Давай, вы, ребят, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и, конечно же, делиться этим видео со своими друзьями. Обязательно поделитесь, ребята, поставьте лайкусики. Заправьте циклоп Сенегель. И напишите, кто из вас играет в Fortnite. И, конечно, заходите к нам на стримы. Стримы у нас каждый день на канале Detol Hardplay. Заходите пообщаться, поиграть и, конечно, получить массу удовольствия. Любишь крутые компьютерные игры? Заходи на наш канал Detol Hardplay. Ссылка в описании. Welcome, ребята, мы всех рады видеть. Присоединяйтесь. Да. Присоединяйтесь. Ой, слушай, у меня одна ловушка. У меня инвентарь заполнен, представляешь? Ну, такое вполне может быть. Что-то надо расчищать инвентарь. Где-то барахла очень много нашел всякого. А что у нас здесь? У нас здесь, кстати, дверь есть. Хотя вот эти каменные стены... А, мы же можем улучшенные стены ставить, да? Да, конечно. Я уже нам железные тут улучшаю потихонечку. Так. Да, это очень хорошо, ребята, когда можно улучшать стены. И тогда твой форт самый крепкий в мире становится. Хотя, я не знаю, мы еще не сражались с зомбаками 15 уровня. Это будет очень мощный файт, поэтому досмотрите это видео до конца, ребят, нам будет очень сложно. Редактируй, подожди, выбрать ловушку. А, вот, все, улучшить. Ебой, ничего себе, 1000 хелсов у стены, вот это поворот. Да, 1000 хелсов, это мощно. Так, ну что, давай активируем, интересно, откуда будет идти? Давай, давай, центр управления. Так, сложность, задача. Ну, сначала задачу выполним. Выполнение задачи, один синегелька. Так, откуда? А, они сейчас пойдут с юга. Ну что, мы поехали? О, уже кто-то есть. Вы справитесь, командир. Откуда он появился? Не знаю, прямо здесь появились. Я аж обалдел. Вон, я их вижу. Пока что издалека. Ну, слушай, я даже обычных не могу из скара назафайтить нормально. Да, а, какие-то обычные. Они телепортируются, да? Не знаю, они телепортируются. Ну, хайграунд у нас неплохой, я тебе так... Ой, я выпрыгнул. Хорошо, я теперь могу. Да, согласен. Запрыгнуть. О, они начали бросаться всякой фигней. Да-да-да-да-да. Ой-ой-ой, ребята, да, мощные 15 уровня зомбаки, и мы не так много дамага наносим, если честно. Бомбардировочку активировал. Это неплохо. Ну, они все оттуда идут, да? Да, я так понимаю, пока что нам нечего бояться с других сторон. Хотя, подожди, нас с какой стороны все-таки ломает. Вот здесь был. Ломает, друг. Гад. Подожди, где ты уже здесь нам пробрались? А ну иди отсюда. Ну они все отсюда идут, да? О, хорошее, кстати, место. Да. Слушай, а что если я вот так вот поставлю здесь какой-нибудь... Ловушечку? Да. Ловушка — это хорошо. О, что-то мне прям напихивает. Ой-ой-ой, слушай, а мне тоже? Подожди, а еще мне не нравится, что он вон там пробивает. Да ладно, и правда, кстати, да. Так, так, я восстановил хелса. Тот держишь? Да ничего не держу, я убежал. Вот здесь прям мощно атакуют. Мне уже по хелсам даже напихали. А у тебя восстановление хелсов есть? А? Восстановление хелсов есть? Да. Сейчас, ну-ка, подожди. Опа. Ого, вот это он прыгает. Маленький, прыжковый, прыжливый.
Так, а слушай, давай вот здесь ловушку установим. Я и хочу поставить ловушку какую-нибудь. Кто-то такую поставил. Слушай, нас там с другой стороны атакуют. Сейчас пойду. О, да ладно, ты их подбрасываешь? Зачем? Не знаю. Такую ловушку поставил. Они подпрыгивают? Они там подпрыгивают, да. Но уже покоцанные прилетают к нам. А, то есть они им урон от падения наносят? Да. Пошли вон отсюда. Ай! Слушай, интересная вещь, конечно. А две ловушки нельзя прям рядом поставить, что ли? Не знаю. Я почему-то на свою стену не могу поставить ловушку. Мощный файт. Слушай, к нам дружище перепрыгнул. А, слушай, а я, получается... А, прошу из-за того, что прыжковая. А я так и хотел поставить, наверное, против. Ну-ка, пусть подойдут. Сейчас их двойная атака будет. И что такого вообще происходит? Я не знаю, что бомбит. Это мое оружие. Я вспомнил. Твое новое оружие? Да. А что это у тебя такое мощное? Взрывное у меня. Что происходит, ребята? У меня хелсов нету, я убегаю. Слушай, вот эти звери какие-то. Ого! Ой, смотри, сколько египки у него вылетело. Какие-то боссы, что ли, я не знаю. Я не знаю, что происходит, но хелсов мне отняли знатно. Накатили, а у тебя есть их восстановление хелсов? Ну, оно в 7 разы? У меня сейчас восстановится, давай, сейчас восстановится. Сейчас, две секунды, одна секунда. Поехали. Тебя восстановил? Вот, спасибо, бро. Да. Если честно, нам с локацией очень повезло, да, Циклопа? Да, потому что если бы нет локации, нам было бы очень тяжко. Я все равно не знаю, почему я не могу поставить там еще одну ловушку. Вот, ты посмотри, какой там зверь идет! О, господи! Что делать? Что делать-то? Не знаю, его нужно как-то прям... Он проламывает? Слушай, а ему очень мало хелсов наносится. О май гад. Он не зашел? Надо срочно ремонтировать эту стену нашу. Как мы его одолели, я даже не знаю. Как что произошло? Я не понял. А нам еще целую минуту нужно тусоваться. Вот это у нас коробочка такая интересная. Я вот здесь слева еще хочу ловушку поставить. Хотя, мне кажется, уже не надо. Я хелс нужно подлечить? Не-не-не, я нормальный. Так, а что такое? Что случилось? Почему у меня оружие? У меня оружие еще все поломалось. Мое мощное. У меня теперь какое-то слабое оружие. Меня кто-то зажал, я не могу выйти отсюда. Ужас, как что происходит, ребята? Что творится? Такого еще не было.
Не было еще сражений. Кто-то там мочит этот, Толян. Они прорвали. Или каким нет, образом? Не, не прорвали. Фу, блин, ты так не пугай, она же говорит, когда прорываются. Еще 30 секунд. Да ну тебе нафиг, какие 30 секунд? Адское месиво, ребята, что происходит? Взрывы. Это мега файт. Такого даже в королевской битве не увидишь. Хорошо, мы с тобой скрафтили мощное оружие. Дополнительное задание выполнено. Отличная работа, команда. О май гад, ребята, вот это был отличная разнос. Отличная работа, командир. Это, конечно, жестко было. Но, если честно, мне понравилось. И мне понравилось. Ха-ха! Ребята, надеюсь, вам тоже понравилось, потому что мы устроили мощный замес, но, я тебе так могу сказать, нам нужно гораздо более мощное оружие теперь. Ну, мне моего, в принципе, достаточно было, хотя чуть-чуть не хватало. Но я его не улучшал, что самое важное. То есть это у меня стандартное. Да, это круто было. Ого, ничего себе, аж 36 уровень. Вот это поворот. Так, 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 так. Какую добычу мы сегодня с вами получим, ребята? Давай смотреть. Победить за 2 дня или быстрее. Добыча 4 уровня. Еле-еле накопилось на нее. Еле-еле, да? Да. Это прям последняя какая-то. Интересно, напишите, кто получал максимальный сундук вообще хоть в одном задании. Мне прям, что там выпадает такого? Да, ребята, давайте вернемся на базу, посмотрим, что выпало, что мы сейчас получили за наш супер файт, потому что это было реально прям, ну, нереально, реально нереально, вот так вот можно сказать. Прям круто было. Да, и у меня написано, что вы вышли из учетной записи, и, к сожалению, вот такая вот интересная история, ребята. Ну что, на этом будем заканчивать, все награды посмотрим в следующей серии, вам спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео со своими друзьями в соцсетях. Всем спасибо, ребята, до новых встреч, новых видео, с вами была команда Детол, пока! Пока, ребята! Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым!